Доброе утро, дорогие друзья! Сейчас около 5 утра, и перед тем, как выехать в аэропорт, я решил еще раз искупаться в Жостовском озере. Вода замечательная, день тоже обещает быть очень хорошим, хотя сейчас и пасмурно. Скоро за мной приедет Георгий, и мы поедем в аэропорт. Поезд вышел из Москвы до Махачкалы. Ну, не очень-то и в Махачкалу я еду, но вы поняли. Всем хорошего дня! Привет!